Ко дню Конституции Дагестана Министерство по национальной политике и делам религии региона провело патриотическую акцию. Сотрудники ведомства и волонтеры раздали горожанам брошюры со статьями Конституции Дагестана. В издании также опубликованы вступительные статьи руководителя министерства, муфтия республики, архиепископа Махачкалинского и Грозненского, председателя иудейской общины столицы. Все они говорят об основном документе республики. Всего в ходе акции раздали несколько сотен брошюр. Цель акции – напомнить всем дагестанцам, что 26 июля обозначено в календаре как праздник, как день принятия Конституции Республики Дагестан.